Всем привет! Вы опять на моем канале. Мой канал называется Елена Ермакова. Кто не подписался, подписывайтесь. Сегодня хочу вам показать о том, какие грибы появились. Мы нашли белые грибы, поэтому грибы действительно появились. Кто любит собирать грибы, кто любит вот такой вот эко-отдых, я вам рекомендую, друзья. Кто не подписался, подписывайтесь. Дальше я вам покажу, какие грибы мы сегодня нашли в нашем самарском лесу. Друзья, как я вам и говорила, прошлую неделю начались грибы. Мы уже нашли 4 белых гриба. И вот белый, показываю вам. Прелестный, такой замечательный. Друзья, мы, конечно, не профессионалы. Мы знали, что должны быть грибы, но мы не думали, что мы их найдем. И вот когда мы увидели белые, я нашла уже 3 белых, муж 3 белых, и дочка нашла белые грибы. Мы поняли, что мы не зря сюда все-таки приехали. Мы любители собирания грибов, но не профессионалы. Еще немножко расскажу вам о самарском лесе. Здесь осина, да, сменяется березой, сменяется хвойными массивами. Вот сразу здесь и лиственный. Вот в данном случае мы здесь ищем и нашли подосиновики, или на них еще говорят краснюки, потому что красная шляпка. Вот здесь такие вот болотистые после дождя, такие болотистые. Местность. Вот. И опять осина стоит. Березовая роща попалась. Такие красивые березки стоят. Всем хороших выходных. Подписывайтесь на мой канал. Берегите себя и своих близких. Всего хорошего. До новых встреч. Кто не подписался, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч, друзья. Хороших вам выходных.